Хватает психологической энергии, понимаешь? Что одно дергается, то другое, то третье, и меня это очень нервирует, сильно нервирует. Ну вот просьба только, что-то сделали не так, искать решение, не искать, кто это сделал, почему это сделано, искать решение. С тобой полностью согласен. Ну, получается не так. В сложной ситуации получается именно так. Я-то иногда прогнозирую как-то вперед и предлагаю какие-то решения. Я был бы очень рад, если бы ты вчера спрогнозировал и сказал: Игорь, давай просмотрим вход в канал. Вот я был бы очень этому бы рад. Но этого не получилось. Я думал, ты знаешь. Я здесь иду так же, как ты, первый раз. И поэтому допускаю определенные ошибки. Первый шлюз Волгодонского канала. Ждали часа три. Всего, похоже, 11 или 19 шлюзов будет. Первый шлюз был. Такая маленькая. Была боковая, сейчас беру. На сказке, да, узловой проверено. Справа и корячество закреплено в узлу. Наличие шлюза готово. А что там сейчас? Техническая справочка готовности понятна. В камеру заходим. По зеленым сигналам стафорным. Запас на скорости ромой исправности. Я шел в пределах 100 огней. Паск рекомендации принял. Вот это приводной цилиндр шлюза. И дальше трос. Вот этот приводной трос идет и привозит ворота. Он заходит или у стенки? Может выйти возле меня, встанете, я уже. Форту Сталкера Лагонец разрешили 2 рулевого поручика проверить страну, воздух, наличие коря, закреплены по проходному, капитан на вахте готов к проверке. Нам ясно о технической исправности, готовности к создаванию. По выходу третьего, по определенным сигналам светофора, заходите в камеру с безопасной скоростью. Или то, что я смеялся, как говорится. Один из главных зрителей. Требования сейчас, требования. Сейчас требования регистра к маломерному суду. Да, слышал, с первого шлюза следует вниз на угол. Вот это все. Третий шлюз не расшвартован в стеке. Этот катер... понятно, среди мост швартованы. Этот катер может...
опять так же будет. Сначала вот тот пароход заполнен. Там стоит еще? Да. А, тогда нам надо остановиться и все. Стенки стоят. Да. Так, Леша, тогда каким образом станет? Чисто на... А почему он дал ход? Он... Там точно перед ним пароход есть или нет? А, то есть заходит сейчас или... Сейчас туда заходит этот... Я не знаю, сколько там помещается. Вот они, все не, мы пойдем с этим. Да? Как я понимаю, мы пойдем с этим. Стоим на рейде перед 10-м шлюзом. Ждем, пока нас возьмут. А это не так просто, потому что в шлюз въезжает только один пароходик большой. А они все здесь большие. А нам надо, который поменьше. Был у нас ведущий, но ночью мы его упустили. Встали только в 4:30 утра. Сейчас 11:00. Вот ждем, пока диспетчер нам разрешит зайти. Вот он шлюзик. С баржи идет шлюз. Ночью идти по этому узкому каналу шириной 100 метров, когда ни черта не видно вообще. В общем, кошмар. А встать, остановиться негде, вообще нет мест. Поэтому... Пытались там в одном месте, нашли глубиной 5 метров какой-то отросток. Пытались с него встать, не получилось, пошли дальше. Вот до 4:30 шли, вот здесь на рейде встали. Теперь кукуем. Боюсь, что опять нам найдется подходящий пароходик только к вечеру, и придется дальше оставшиеся 75 километров идти опять ночью. Чего бы очень не хотелось. Второй шлюз, танкер, проверим. Второй слушает. А что с товарищем, только что звонил?
закрываю ворота, сейчас встречно подойдет к стеночке, тогда начнем упражнение. Все, принято. Понятно, Бреги, мы ожидаем. Где ж ты, аист-то? Где ж ты, птица? Ой, ёмки-палки, как разошлись. Если можешь, садись. Садись. Садись, швартуйся. Швартуйся. Я про веревку. Я говорю, я не могу. А я не знаю, как ты сможешь. Носом я подойду, спокойно подойду носом. К какому времени? Вот к этому углу. 15? На углу. На углу, который. Угловой. Мы в Дону. Час ночи, мы вышли из Волгодонского канала в Дон, встали на стоянку возле маяка и слушаем вот этот шум. Это не ветер, не дождь, это лягушки и рыба плещется.